призываем как водителей, так и пешеходов переходить проезжую часть, не пользуясь гаджетами. Вот возьмите, пожалуйста, такую вот листовочку. Гаджеты – одна из главных причин дорожных происшествий. Отвлекаться на телефон во время перехода проезжей части даже на секунду – очень рискованно, напоминают одинцовские госавтоинспекторы. Экстренная ситуация может возникнуть внезапно. Также и водители призываем, когда они за рулем едут, чтобы не пользовались мобильными телефонами, потому что это очень-очень отвлекает от ситуации на дорогах. Вы, наверное, сами знаете, что очень много бывает ситуаций таких, когда отвлечешься, и вот вам, пожалуйста, дорожно-транспортное происшествие. Социальный раунд «Стоп-гаджет» регулярно проходит на территории Московской области и в Одинцовском округе. Инспекторы проводят беседы с водителями и пешеходами, чтобы еще раз напомнить о правилах безопасного поведения на дороге. Телефоном, особенно с наушниками, планшетом, на улице не место. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».